Всем привет, с вами Funny Cube Games. И сегодня мы будем создавать комнаты. То есть расскажу вам, как вырезать из картона комнаты, чтобы играть потом в HeroQuest, в настольную игру. Для этого нам понадобится один фломастер, один панель линейка, кутер, либо ножницы, и конечно же, картон. Потом вы можете, должен быть немного таким прочным, чтобы, ну, чем прочнее он будет, намного лучше будет. Точнее, будет мягкий вам, когда вы будете его резать, он, то есть он плохо, короче, мягкий он будет плохой. Вам советую брать потверже, чтобы он твердый был. Когда уже вы имеете все эти вещи, которые вам нужны, чтобы сделать комнаты. Вот я здесь уже немного, как видите, вот уже вырезал, просто не хотел делать видео слишком длинным, потому что вы так только, как сказать, ну, не хочу, чтобы видео было, шло 20 минут, там 30 минут, это длинное слишком получилось, и для меня это много работы вообще тоже. И я, как сказать, я тоже сделать буду, это вам сказать, все хочу сказать в коротком видео. Я, как видите, уже вот я нарисовал уже от каждой точки до другой точки 6,5, то есть 6 сантиметров и 5 миллиметров размеры каждого квадрата. И зависит, что вы хотите создавать. Если вы хотите создавать одну комнату, которая будет такая, 2 на 2, либо вы хотите, чтобы у вас была только одна такая комната, один на один такая комната, либо хотите, чтобы у вас была просто такая какая-то там, как бы, такая длинный проход, 2 на 1, тоже так вот, зависит, как вы хотите. Когда вы имеете уже так, когда уже поставили, уже измерили, нарисовали, берете кутером, начинаете все так вырезать, вот так вот, все вот по концам, то есть посередине вы должны проходите вот так по концам, вырезаете. Когда вы вырезаете, я вам советую иметь под низом тоже такой, как картон, я использую, под которым я, как видите, он полностью разрезан, потому что я его использую для, когда вы режете, чтобы не, как бы сказать, не, чтобы не испортить стол, где вот место, где вы режете. Но на вот этом так вот режете, и ничего страшного. Не имею, как я, стоит мне двойной здесь, конечно, вот я. Ну, очень полезно, чтобы как защита такая стоит. И потом, что еще могу сказать, когда уже все это сделали, вы примерно писать, что это вырезали, и у вас получается такое вот, выходит. Потом, как сделать такие нарезки, здесь я вам тоже расскажу, вот эти нарезки, которые находятся. Размер таких нарезок это 0,7, то есть 7 миллиметров. Когда потом их, как их разрезать. Разрезать я вам сейчас тоже примерно покажу, так вот тоже. То есть покажу вам на глаз, не буду сейчас я делать все так точно-точно с линейкой. Вы ставите такие точки, одну точку, от этой точки измеряете 7 мм, то ставите здесь, потом другую. Это когда все у вас уже получается, там много точек, сколько хотите, все это соединяете. Потом внизу здесь тоже примерно ставите, другую точку так ставите. И все это потом соединяете тоже так же. Потом эти точки, которые наверху стояли, вы соединяете вот так вот. Конечно, мне вот страшно все уходит, потому что я это быстро все делаю здесь, конечно. Еще вот так выходит, все так вырезаете. Потом, когда все это получается, вы тоже берете то же самое кутером и вырезаете вот эти все эти полоски вот так вот по одной. Вырезаете, вот так вот. И получаются такие полоски. Как вы уже сделали все это, наклеиваете это вот сюда, на тот картон, который вы вырезали. К концу вы вырезаете, если у вас здесь вот немного выходит, берете обыкновенные ножницы, вырезаете, наклеиваете. Клей вы можете использовать как ПВА, который либо школьный клей, либо даже суперклей, как хотите. Наклеиваете, тоже все опять ставите. Опять наклеиваете, опять все ставите. Наклеиваете, ставите. И все так-то. Для того, когда уже наклеено, потом должно будет совсем другое видео, поставить вам сказать. Мне что вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!